Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Власть должна быть ближе к народу, так многие проблемы населения будут решаться гораздо быстрее и эффективнее. Эти тезисы звучали на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина и самарских общественников. Глава региона рассказал присутствующим о необходимости реформы местного самоуправления и призвал каждого исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы 13 сентября. На встречу с представителями городской и региональной власти пришли более 2000 человек. Неравнодушные жители всех районов Самары. В необходимости изменить структуру управления городом здесь уверен каждый. Сегодня руководители районов, по сути, выполняют функцию заместителей главы города и не имеют реальной возможности напрямую решать проблемы жителей. После 13 сентября полномочия районов расширятся. Там будут в районах прямые выборы депутатов. Прямые, то есть... Люди напрямую будут избирать депутатов в районные советы. Там будет приниматься бюджет, свой будет бюджет. Там будет своя администрация, которая сформирует районные советы вместе с городом и областью. То есть комиссия будет представлять главу администрации, за которого должны проголосовать депутаты. Не проголосовав, глава администрации не может работать. Сильная власть на местах должна быть сформирована по поручению президента России Владимира Путина. Самара – первый город-миллионник в стране, где система управления мегаполисом сильно изменится, и районы получат особые полномочия. По словам главы администрации Олега Фурсова, сегодня Самаре нужны люди, которые не побоятся взять в свои руки судьбу города. Я верю в то, что наш город, который всегда отличался амбициозными планами, проектами, он в этот раз выберет команду, которая позволит эти амбициозные проекты с большей энергией, с большим усердием и с хорошим темпом осуществлять в нашем городе. Знать народных избранников в лицо, дотянуться до власти рукой – в этом суть реформы местного самоуправления. На руководящие посты допустят только тех, кто действительно хочет и может решать проблемы жителей. Все люди, которых мы изберем в район, они должны быть очень ответственными, они должны быть высоко профессиональными и очень порядочными. Потому что, обращаясь к ним, мы обращаемся как бы в первичное звено властной структуры. И они должны отреагировать на это. Они должны или сами решить этот вопрос, а если этот вопрос более серьезный, донести его до власти города. Сформировать команду созидания, которая будет работать на благо Самары, предстоит жителям. 13 сентября в областной столице пройдут выборы в районные советы депутатов. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События». В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. В этом году у ресурсоснабжающих организаций в планах перекладка почти 8 километров тепловых сетей, 6 километров водопровода и 3 километров канализационных труб. Один из важнейших объектов жизнеобеспечения областной столицы, Самарскую ТЭЦ, с рабочим визитом посетил глава администрации Олег Фурсов. Подробности в нашем сюжете. Котлотурбинный цех Самарской теплоэлектростанции. Самый молодой в городе и технически совершенный. Шумно и безлюдно. Настолько автоматизировано производство. Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой больше половины города. В составе оборудования 5 турбин и 13 котлов. В огромных котлах высотой около 40 метров подогревается вода для нужд горожан. А пар с энергетических котлов приводит в движение роторы турбин, благодаря чему вырабатывается электроэнергия. Летняя пора для энергетиков – период ответственный. Сейчас самый разгар ремонтной кампании, разгар подготовки к зиме. Он виден здесь на станции и виден по всему городу, все кругом раскопано. Мы там ведем интенсивную активную замену трубопровода теплосети. Сейчас мы в самом таком напряженном периоде подготовки к зиме. В разгар горячей поры глава администрации города Олег Фурсов встретился с коллективом Самарской ТЭЦ. Он рассказал не только о энергетиках. В жизни всего города сегодня ответственный период. В сентябре предстоят выборы в районные советы депутатов. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Нам принципиально было важно, чтобы в состав районных советов были выдвинуты простые люди, которые своим трудом, своим авторитетом понятны жителям и которые могут, попав в орган, скажем так, представительный, решать вопросы, связанные с развитием города, а не вопросы, связанные с собственным каким-то развитием или там, собственным обогащением, чтобы они могли работать в интересах всего района.
Олег Фурсов отметил, уже можно заметить позитивные результаты реформы местного самоуправления. Большое внимание власти оказывают закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог, благоустройству города в целом. Айгуль Заганшина, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События. Кадровые перестановки. Решением главы администрации Самары Олега Фурсова руководить промышленным районом будет Владимир Чернышков. Ранее он возглавлял Ленинский район Самары, а до этого в течение 9 лет был первым заместителем главы районной администрации. Промышленный район является одним из самых больших и населенных в Самаре. В нем сосредоточены крупные промышленные производства. Главой Ленинского района назначен Дмитрий Титов. До этого в течение 8 лет он работал в структурах управления делами губернатора. Имеет опыт работы в муниципалитете. И все же большинство самарцев летом думают не о работе. Вот только отдыхая на воде, не все готовы убирать за собой. Вроде бы несложно сложить собственный мусор в пакет и выбросить в контейнер. Тем не менее, на пляжах акватории зачастую встречаются бутылки, окурки, бумажки. Сотрудники Департамента благоустройства и экологии организуют регулярные сборы и вывоз отходов. Пропаганда чистоты и порядка должна помочь справиться с проблемой и сохранить красоту самарской природы, уверен глава администрации Олег Фурсов. Содержание городских водоемов обсудили на совещании в мэрии. В 2015 году на очистку водоохранных зон предусмотрено почти 16 миллионов рублей. На эти средства очищают береговую полосу левого, правого берегов и островов Волги в границах города, а также рек Самара и Татьянка. Не должны оставаться в стороне и сами горожане, уверен глава администрации Самары Олег Фурсов. Мы должны с вами, как представители власти муниципальной, мы должны об этом постоянно говорить. Личный пример здесь важен, безусловно. Но важно еще информационное воздействие. Поэтому здесь, и Елена Александровна, ваше должно быть участие, и участие общественности в первую очередь. Прочувствовать ценность чистоты, наводимой своими руками, уже смогли больше 300 самарцев, которые приняли участие в эко-пикнике. Добровольцы прошли и очистили 7 километров берега Волги. С более крупногабаритным мусором помогали бороться 2 погрузчика и 2 КАМАЗа. Участвовав в таком мероприятии, ты уже сам задумаешься о том, бросить бутылку или пакет. Тут вот нужно поддержание именно такого порядка постоянно, потому что, если лифт чистый, там надо быть очень таким злостным хулиганом, чтобы какую-то надпись нарисовать на стенке. Очищают и вывозят мусор с территории подведомственных городов постоянно с мая по конец октября. Общая протяженность земли вдоль самарских водоемов составляет более 1500 гектаров. Все это водоохранные зоны несанкционированных мест отдыха горожан. Чистоту поддерживают различными способами. Организация централизованного сбора и вывоза отходов береговой полосы левого берега реки Волга посредством установки 18 бункеров-накопителей. Вывоз отходов из бункеров-накопителей, установленных в водоохранных зонах в районе Кенапа, спуска улицы лейтенанта Шмидта, Советской армии, 9-й Бросики, плюс Вольг ежедневно. По остальным 14 адресам с периодичностью 1 раз в 2 дня. Олег Фурсов дополнительно включил в план работ департамента очистку береговых зон реки Степновка в Куйбышевском районе и озеро Банное. Оба водоема находятся на въездах в город и должны стать украшением Самары. Айгуль Заганшина, Марианна Мирная, Павел Пресняков. События. Благоустройство территории, ремонт внутриквартальных дорог и безопасность – самые острые вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона Волгарь, требуют немедленного решения. В рамках проекта на связи с губернатором активные жители микрорайона встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. На встрече общественников с горожанами побывала и наша съемочная группа. Стены в копоти, в воздухе запах гари. Это последствия очередного пожара, который произошел в первом подъезде 128-го дома по улице Нововокзальная. Дом с трагической историей. В мае 2011-го здесь загорелся магазин-кооператор, что располагался на первом этаже здания. Тогда в результате пожара погибли 5 человек. В очередной раз огонь вспыхнул уже в подъезде. Горели вещи и бензин, который хранился в самовольно установленных предприимчивыми жильцами кладовках. По решению суда они должны были быть ликвидированы. Но до сих пор никаких результатов. Многие жители боятся, как бы не было новой беды. Дышать нечем. Вы видели, какой подъезд? Покажите, можно в таких условиях проживать или нет? А? У кого астма? Кто инвалид первой группы? Кто второй? Убрать уже эти сараи. Этим и другими вопросами теперь займется и общественный совет микрорайона, в составе которого 23 человека. По словам председателя, проблемы стараются не откладывать в долгий ящик, решать по мере поступления.
Мы каждую неделю встречаемся с жителями, ходим по дворам, берем у них заявки. И в то же время жителям мы дали свой телефон, например, мой рабочий телефон. Они звонят, у нас есть тетрадь регистрации, в которой мы записываем просьбы, фамилию, имя, отчество обратившегося к нам и контактный телефон, чтобы можно было, у нас была обратная связь с людьми. Ожидая результатов, жители также не сидят сложа руки. Своими силами стараются сделать жизнь комфортнее и ярче. У нас около каждого подъезда цветники разбиты. У нас жители следят, цветы везде, газон ухожен, стараемся. Хочется людям, чтобы было красиво, чтобы выйти и посмотреть на эти цветы, порадоваться. На встречах проекта «На связи с губернатором» люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и вместе с жителями найти пути его решения. Власть ближе к народу, а народ к власти – основная цель реформы местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Более 70 дворов в разных районах Самары в этом году стали участниками городской программы «Двор, в котором мы живем». Напомню, программа действует с 2011 года и уже в 2016 в связи с реформой местного самоуправления переходит на новый уровень реализации. За благоустройством дворовых территорий будут следить районные администрации. Средства будут также выделяться из бюджетов районов. О благоустройстве очередного двора расскажет наш корреспондент. Игровые площадки, спортивные, теннисный стол, футбольное поле – все это появится здесь уже в ближайшее время. Благоустройство своего двора на проспекте Металлургов жители ждали много лет. Совсем недавно на этом месте были сухие деревья и старые карусели. Благодаря усилиям инициативных жителей территорию привели в порядок по программе «Двор, в котором мы живем». В нашем дворе играют дети со всего квартала, со всей округи. Это вот как минимум близлежащие 5 дворов. Позади нас находится школа номер 150. И, конечно, дети, проходя мимо, постоянно играют здесь. И если этот двор будет отремонтирован, реконструирован согласно проекту, то это будет заметно не только всем жителям Кировского района, но и многим жителям, которые приезжают к нам из других районов города погостить. Самый сложный этап работы, по словам подрядчиков, позади. Пешеходные дорожки подготовлены к укладке асфальтобетона. Кроме того, приступили к установке игрового и спортивного оборудования. Гарантия на работы дается 5 лет. Кроме того, в этом году был усилен контроль за качеством выполненных работ и сроками их окончания. В этом году приняты шаги, неотъемлемая часть муниципального контракта, график производства работ, где расписаны все 71 дворовая территория. И если подрядчик хотя бы по одной территории не выдерживает сроки, незамедлительно готовится претензия, и это штрафные санкции, достаточно существенные для подрядной организации. Городская программа «Двор, в котором мы живем» в Самаре действует с 2011 года. За это время благоустроены 225 дворовых территорий. На очереди еще 54, их отремонтируют до конца 2015-го. А уже со следующего года в связи с реформой местного самоуправления в Самаре реализация программы переходит на новый уровень. За благоустройством дворовых территорий будут следить власти на местах. Средства будут также выделяться из бюджетов районов. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. С самарцами, которые не платят за проживание в общежитиях, будут бороться по-новому. Их могут переселить в комнаты меньшие по метражу. Общий долг сегодня составляет почти 115 миллионов рублей. Это задолженность за тепло, электричество и воду. Муниципальное предприятие по эксплуатации и содержанию общежитий, соответственно, накапливает долг перед ресурсоснабжающими организациями. Погашение идет недостаточными темпами, заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. На предприятии была сформирована конфликтная комиссия, призванная уведомлять злостных неплательщиков о том, что проблема будет решаться в судебном порядке. Должникам вручаются предписания о погашении долгов, подаются исковые заявления в суд. По результатам работы комиссии конфликтных 911 должникам были выписаны предписания о погашении задолженности в добровольном порядке на сумму 11 миллионов рублей. Работа по взысканию задолженности носит системный характер. За объектами в каждом районе закреплены заведующие общежития. В Самаре при задержании преступник дважды переехал полицейского. Сотрудник правоохранительных органов впал в кому и был госпитализирован в больницу имени Середавина. Подозреваемому скрыться не удалось, а полицейского врачи спасли. В больнице его навестил наш корреспондент.
Обычное задержание предполагаемого преступника чуть не стало последним в жизни полицейского Павла Ломова. 23 июля в промышленном районе Самары автомобиль, в котором находился предполагаемый преступник, дважды переехал полицейского, после чего скрылся. Он где-то на машине с водителем, и его пытались перекрыть. Ну, видимо, получилось так, что водитель не нашел лазейку, сумел выскочить из-под машины. Когда мы подбегали и кричали, что мы сотрудники полиции, стойте, остановитесь. Ну, собственно, видимо, преступник решил ретироваться, тем не менее, ну, что ему отчасти на время удалось. Виновного в покушении на жизнь сотрудника органов внутренних дел задержали, а полицейский поступил в больницу Середавина в крайне тяжелом состоянии. Множественные переломы ребер, ушибы головы и конечностей, сильный ушиб легких. Врачи провели срочную операцию, собрали буквально по частям и заставили снова дышать. Длительность операции была около 2,5 часов. То, что пациент называет собиранием по частям, на самом деле это подразумевается новейшие технологии имплантирования специальных реберных пластин в зону переломов ребер, что позволяет создать каркасность грудной стенки и вернуть пациента к спонтанному самостоятельному дыханию. 10-е сутки после операции состояние пациента стабильное. Если все будет идти в таком же режиме, то уже в течение недели мужчину переведут в отделение реабилитации. Своего подчиненного в больнице навестил генерал-лейтенант Сергей Солодовников. Он выполнял свою повседневную работу, которые выполняют там, я еще раз говорю, десятки тысяч личного состава главного управления. И за это мы ему будем говорить спасибо, за это, на этом примере мы будем воспитывать все остальные кадры. И мне кажется, сама оценка населения, она будет говорить о том, что на страже сегодня безопасности наших граждан вот такие вот ребята, тех, по сути, оперативных служб, которых не видно в повседневной жизни. Генерал-лейтенант пообещал, Павел Ломов останется работать в ведомстве. Если по состоянию здоровья не сможет служить в уголовном розыске, его переведут в другой отдел. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, «События». Стартовало онлайн-голосование фотоконкурса «Цветной город». Он проводится администрацией города и МАО «Парки Самары» в рамках городского фестиваля цветов. Работы в номинациях «Цветочный фейерверк», «Наследники победы», «Букет победы» принимались до 1 августа. За этот период в Управление информации и аналитики поступило свыше 170 фотографий. Жюри, в состав которого вошли представители оргкомитета, отобрало лучшие работы в каждой номинации. Из них путем открытого онлайн-голосования будут определены победители. Авторы, чьи фотографии в ходе голосования наберут наибольшее число голосов, будут приглашены 8 августа в Парк Дружбы на фестиваль цветов для подведения итогов фотоконкурса и торжественного награждения. Проголосовать можно на сайте телеканала «Самара ГИС» и «Самарская газета». На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Всего вам доброго и до встречи. Долги надо делать в государственном масштабе, иначе их надо платить. Но у заемщиков долг маловат, так что их все равно достанут. Ведь объем просроченной задолженности по ипотеке в России на 1 августа 2015 года составляет 54 миллиарда 130 миллионов рублей. Это больше, чем в начале года, на 17,4%. Лидером по объему долга на одного заемщика является Москва. Максимальный долг тут составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей при ежемесячном платеже 43 тысячи рублей. На втором месте Московская область, на третьем – Чеченская республика. На 1 августа 2015 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 535 миллиардов рублей. Это рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов за последние 5 лет. Да как бы и с должниками, похоже, цифры рекордные. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11,5% до 11% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. В июле наблюдалось временное ускорение годовой инфляции, что было ожидаемо и обусловлено большим, чем в 2014 году, повышением тарифов на услуги коммунального хозяйства. По оценкам регулятора, годовая инфляция на 27 июля составила 15,8% против 15,3% в июне.
Рост потребительских цен, считают регуляторы, сдерживает снижение потребительского спроса на фоне существенных сокращений реальных доходов населения. И хоть ставка снижена, все равно не рекомендую набирать кредит. В июне 2015 года Кипр посетили почти 90 тысяч туристов из России. Этот показатель стал на 25% меньше, чем в июне 2014 года. По итогам первой половины 2015 года средняя продолжительность отдыха российских туристов на Кипре составила 10 ночей, а расходы 890 евро, что на 60 евро меньше прошлогодних показателей. Но, несмотря на это, наши соотечественники ушли далеко вперед, опередив на 210 евро средний показатель расходов туристов из других стран. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1664 пункта. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Среди лидеров роста – РДР «Русала», акции «Полюс золота», «Дикси», «Фосагро» и «ММК». В аутсайдерах – «Уралкалий», «ТГК-1», «Сбербанк», «Акрон» и «Префы Транснефти». К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Ведущие европейские индексы не показали единой динамики. На американских площадках преобладали продажи. Фондовые индексы Азии преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки пытаются технически скорректироваться. Давление на цены оказывает иранский фактор. Курс доллара на 4 августа 62 рубля 46 копеек. Курс евро 68 рублей 57 копеек. Золото стоит 2195 рублей за грамм. Серебро стоит 29 рублей 58 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 49 долларов 93 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарский баскетболист Вадим Балякин уехал играть за пермский клуб. Хоккейная «Лада» готова выиграть Кубок губернатора Нижегородской области. Анастасия Павлюченкова остановилась на стадии полуфинала бакинского теннисного турнира. Самарченко Анастасия Павлюченкова остановилась на стадии полуфинала теннисного турнира в Баку, хотя до этого успешно выступила в четвертьфинале, победив бельгийку Кирстен Флипкинс 6-1, 6-3. В очном противостоянии спортсменок счет 2-0 в пользу россиянки. Затем Павлюченкова сыграла с румынкой Патрицией Тик, но успех был не на ее половине корта. Соперница оказалась сильнее. Счет в матче 3-6, 2-6. Хоккейная «Лада» участвует в предсезонных турнирах. Сейчас на кону Кубок губернатора Нижегородской области. На пути к трофею автозаводцы уже записали в актив две победы. Нижнекамский «Нефтехимик» сдался со счетом 3-2, ярославский «Локомотив» 4-1. Не удалось оставить неудел казанский «Акбарс». Поражение 1-2. Впереди еще один поединок. Соперник – уфимский «Салават Юлаев». Воспитанник самарского баскетбола, бывший нападающий «Красных крыльев», остается играть в Суперлиге. Вадим Балякин подписал контракт с «Пармой» из Перми. В прошлом сезоне Вадим провел на паркете 17 матчей и зарабатывал в среднем за игру 3 очка. Делал один подбор и одну результативную передачу. А в июле Балякин засветился в стритболе. Он стал чемпионом страны.